В Донецкой Народной Республике введена обязательная регистрация транспортных средств. На данный момент регистрация транспортных средств осуществляется по отчетным годам, по нечетным годам. По отчетным годам до конца 2016 года, по нечетным годам до конца 2017 года. Скажите, какие документы необходимы для того, чтобы пройти регистрацию? При обязательной регистрации транспортных средств физические лица проводятся на основании заявления лица, которое подается лично, документа, удостоверяющие личности, паспорта, идентификационного кода, регистрационного документа на транспортное средство и самого транспортного средства. Для юридических лиц осуществляется при наличии реквизитов предприятия, документов, подтверждающих их местонахождение на территории ДНР, а также регистрационных документов на транспортное средство и самого транспортного средства. Также я хочу добавить, что для юридических лиц любой формы собственности, зарегистрированной на территории ДНР, обязательно регистрация транспортного средства продлится до 31.12.2016 года.